На втором этаже перекрышку мы заливали, с того угла заливали, второй, третий этаж. Олег Марченко приложил руку к строительству самого завода и резервуаров. В сентябре увидел объявление в газете, говорит, повелся на зарплату от 40 тысяч рублей и выше. За первый месяц получил 20, за три последующих – ничего. Приехала другая бригада со Скитима. Нам сказали, хотите работать, хотите нет. И мы ушли просто. Ну что, начальник на связь не выходит, телефон не берет. Как бы денег никто не платит, никто не появляется. Вообще непонятно, что мы здесь делаем. Ему поступают звонки с угрозами от подрядчика. Ну давай встретимся, приезжайте, с тобой люди хотят там поговорить, вот такого вот. А сам напрямую он не говорит, потому что знает, что запись идет без диктофона, да, что он там, да я тебя размотаю. А это еще один пострадавший от подрядчика компании «Монолит Спецстрой». Ему, в отличие от Олега, угрожали еще на стройке за требование выплатить зарплату. За 4 месяца вместо 200 тысяч рублей Геннадий получил 10 авансы. При этом договоры у него и других строителей забрал глава подрядной организации Олег Петренко. На руках у мужчин не осталось ничего, что могло бы указывать, что они работали на объекте. В феврале 20 строителей обратились в суд. Защищают себя сами. Денег на адвоката нет. Мне сказали, что вообще документы рассматривать должны в Новосибирске. И никто не сможет с наших вот людей, потому что деньги им никому не заплатили, а ездить туда – это накладно. Кстати, сам ответчик, руководитель «Монолит Спецстрой» Олег Петренко на заседании суда не явился, телефонный номер недоступен. Ранее в разговоре с заринскими корреспондентами он отрицал свою причастность к задержкам выплат зарплат. Субподрядчик барнаульская компания «Промстроймонтаж», которая и нанимала «Монолит Спецстрой», своей вины перед рабочими не видит. Я контролирую работу, но финансовые вопросы я не вникаю вообще. Господин Петренко, наш подрядчик, с ним были расчеты произведены. На кожевенном заводе «Русская кожа» тоже заявили, что ответственности за недобросовестных подрядчиков не несут. В марте по факту полных невыплат зарплат следователи возбудили уголовное дело, но увидят ли рабочие свои деньги – неясно. Судебные издержки и поездки в Новосибирск за справедливостью бывшие строители могут просто не потянуть. Анастасия Дороган, Александр Антропов, «Наши новости».